Ребята, всем привет! Добро пожаловать на наш канал! И сегодня у нас воскресенье! Воскресенье день чудесный удался! Только что-то как-то затянуло небо тучками и как-то не весело совсем, но это не препятствие для нас. Мы, скажу честно, уже вторая половина дня, только сейчас мы добрались до камеры, влоговой и не только. Я подготовила все ингредиенты для сегодняшнего рецепта. И сейчас мне нужно найти формочки. Мы будем печь печеньки. Камера, о, все сфокусировалась. Мы будем печь печеньки, и мне нужно найти мои формочки для печенья. Господи, осталось найти, где они. Так, это различные украшения. Так, ребята, смотрите, вы в шкафу. Прикольно? Очень прикольно. Так, нам понадобится вот эта вот штука. Ее мы достаем. Вообще надо как-то все организовать, чтобы все для выпечки у меня было под рукой. Кстати, соковыжималка, вот такая вот, пресс. И сока нам тоже понадобится, потому что нам нужен будет апельсиновый сок. А, это все блендер. А это что такое? А это мука. Ой, что-то все так темно стало. Ку-ку, камера. Вообще-то как бы у нас тут светло. О, весы. Орешки. Короче, сейчас я найду эти формочки и вернусь. Все, ура, формочки найдены для пончиков. Этот человечек. Так, сердечки. Это какой-то... Ку-ку. Снеговичок, а если так смотреть, то череп какой-то. Так, мне нужен... У нас есть круглые? О, у нас с тобой, походу, нет круглых формочек, прикинь. Всем привет. Вообще просто круглые формы нет? Просто круглые нет. Значит, кружка какой-нибудь. Подожди. Да, нету просто круглых. Ну, ничего страшного. Да, сейчас будем пользоваться кружечкой. Ну, как бы можно вот этим, но оно будет продавливать два кружочка. Нам два кружочка не подходит. Ладно, все. Зря искала. Так, нам понадобится вот это, вот это. Убираем в сторону, а эту убираем обратно в шкаф. Ну что, первая половина видео уже отснята. Мы тесто убрали в холодильник, оно у нас должно застыть. Сейчас, пока тесто у нас будет застывать, мы не будем терять времени и пообедаем. Я разогреваю суп, который сварила, и Ваня поехал за хлебом. Вообще, я за хлебом пошла, но наша пекарня, которая тут около дома, она оказалась закрытой, поэтому Ваня поехал в магазин в другой район, который у нас работает, вот, он решил съездить, а я тем временем пока помыла всю посуду, которую мы использовали для видео, вот, сейчас покушаем, доделаем, доснимем печенюшки и пойдем снимать следующий лук мой, вот, так что вот такие у нас на сегодня планы. Еще я сегодня перекрасила ногти, сейчас камера сфокусируется, вот, я выбрала такой вот нежно-розовый телесный оттенок, это OPI, по-моему, сейчас я вам покажу оттеночки. Так, у меня их 3 штуки, в прошлый раз... У меня были накрашены ногти, по-моему, вот у меня их 3 разных цвета. Я сейчас на них сфокусируюсь. Вот. Вчера, чуть-чуть отодвинуть, вот, так вот и хорошо будет видно. Вчера у меня были накрашены ногти вот этим вот коричневым телесным оттенком. Он очень классный, мне он очень понравился, но, как можете увидеть по пузырькам, больше всего я люблю вот этот вот розовый. Он очень круто смотрится на ногтях, и это мой самый любимый лак. Они очень хорошо держатся на ногтях и вообще очень быстро сохнут. Не знаю, я их очень люблю. А, кстати, кто там? Ваня с хлебушком приехал. Ты представляешь, он мне дает хлеб и откусывает. Ага, а жуешь ты? Кстати, давайте сегодня слово у нас будет пан. Пан — это хлеб, да.
У них называют батоны. Унабара де пан. Унабара де пан. Ну, пан он тоже называют. Ну, кстати, есть же. Багет. Багет тоже. Да, ну да, ну, все нормально. Да. Но в целом все это пан. Хлеб. Так что вот такие вот делишки. Супчик разогревается, сейчас будем кушать. Хоть погода такая классная. Да, хорошо на улице, о, супер. Сейчас доснимем и пойдем гулять и снимать. Может, там покушаем? Где, на балконе? Ну, давай, давай. Тысячелетний игрок. Давай, и посмотрим этот дачный ответ. Там, по-моему, будут гостиную, что ли, делать. Давай. Вот. Да, ты подготовлюсь. Заодно пума прогуляется. Что? В обуви буду. А? В обуви буду. В обуви? Ну, давай. Давно мы на балкончике не были. Сейчас солнце, кстати. Она вроде зашла, вон она под столом. Все, садимся кушать. Давай. Вот у нас тут, смотрите, супчик, хлебушек, майонезик. Лучок не хочешь? Не. Ну, ладно, все, ты с этой стороны будешь? Ну, давай. А, ну давай, садись здесь. Все. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. В общем, печеньки заняли у нас весь день. Мы сегодня не успели отснять на бьюти-канал. Это очень печально. Мы не успели не только на бьюти-канал, мы вообще ничего сегодня не успели. Даже погулять они не съездили. А выходные закончились, все. Завтра опять на учебу. Мы никуда не вышли в очередной раз. Ну, эти печеньки. Что ты не хочешь? Не хочу. Что ты не хочешь-то? Печеньки не хочу. Че ты ржешь? Хочешь печеньку? Я уже наелся. Хочешь? А еще у нас выделывается камера. Не камера, а батарея. У нас есть две батареи, одна китайская, которая давно-давно уже ключит, мы ее купили давно, и она, короче, когда там половина батареи, она выключается. И мы всегда пользовались оригинальной, вот, но наша оригинальная батарея перестала заряжаться, и вот не снимаю, я честно, я ее постучал, так хорошо постучал, она начала заряжаться, но вот мы снимали, я ее три раза ставил на зарядку, и она все вот эти три раза не заряжалась вообще. Ну, сейчас нам осталось доснять украшение. Надо вырезать зубки. Зубки вырезать надо. Будет еще круто. Вот, а так, уже 8 часов вечера. Плакать хочется. Еще б денек, да? Печально. Печально. Вкусно писем. Угу. Ты говоришь. Пума, ты что тут с ногтями делала? Забери свои ножнички, а то потом будешь опять меня обвинять в том, что я их взяла и не вернула обратно. Я такого никогда не говорю. Как всегда происходит. Не всегда, один раз. Всегда. Я всегда, когда ты не можешь найти свои ножнички. Ну это ты их взяла, я уверена. Ну естественно же. Ты... Ну бывало же такое, что ты их брала на самом деле. Ну один раз. Раз 25. 25 раз было. Что это? Это говорит 100 раз? Нет, Катя. Что здесь происходит? Все, включилась камера, и Пума Ваня решил подкачаться. Вот как это выглядит со стороны. Ваня качается. Ай да, Ваня, ай да молодец.
Мы все-таки выбираемся на улицу. Нам нужно вынести мусор. Сейчас я завяжу пакет. Вот, вынесем мусор, подышим свежим воздухом немножко и вернемся домой. Ване нужно делать практику. Вот. Так, я не могу опустить, все прекрасно. А, да. Ты не замерзнешь у меня? Ну, мы ж недолго. Так, съездим, прогуляемся и все. Сходим. Вот, так что, пошли. Ты думаешь, там холодно? Накинуть что-то? Желательно. Да? Ну ладно, сейчас я куртку, подожди, я куртку так, надену. Ты еще не успела выздороветь? Сейчас опять заболею. Да, держи камеру сейчас. Это, надену. Давай. То не хватало нам опять Катю больную видеть. Классная песенка. Мы, кстати, заехали в этот, на заправку. Нам нужно заправить машины, потому что завтра Ваня некогда будет заезжать на заправку. Поэтому мы решили сегодня сюда заехать. У нас самообслуживание. Ваня сейчас заливает. Уже заливает? Да, уже заливает. Заливает дизель. У нас машина дизельная. Вот. И потом мусор мы, кстати, уже вынесли. И потом мы еще в одно место поедем. И потом домой. В общем, у нас сдулось колесо, а вот эта штука, которая на заправке, она не работает. То есть не поступает воздух, и колесо просто не качается. А оно у нас сдулось так конкретно, поэтому его нужно срочно надувать. В общем, наша прогулка сегодня в машине. Мы приехали на другую заправку. Здесь эта штуковина работает. Ваня сейчас качает колеса. Так что все нормально. Эта заправка, кстати, вот буквально тут 200-300 метров от другой заправки. Поэтому мы особо ничего не потеряли. Так что Ваня качает, подкачивает колеса. Я думаю, выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Ну как, на заправке свежим, свежим воздухом это не назовешь. Немножечко на улицу. Ты куда? Я хочу выйти на улицу. Дотянулся, дашь этот шланг? Здорово. Классненько. Что качает? Тебе помочь? Походу нет. Ну я так и поняла. Мы только что посмотрели передачу «Где логика?». Мы по воскресеньям всегда смотрим. Мы смотрим стендап, и потом смотрим «Где логика?». Вот. Сейчас уже 12 часов ночи, точнее, почти 20 минут первого. Ваня будет делать свою практику. Вот, заниматься. А я пошла в спальню. Посижу в телефончике и тоже буду ложиться. Да, монтирую влог. И тоже буду ложиться спать. Друзья, мы слово сказали сегодня? Да. Я забываю сегодня. Что мы за слово-то сказали? Хлеб. А, хлеб! Да, вы сказали пан. Пан. Панчик. Панчик. Ладно, все, ребята, всем спокойной ночи и всем до завтра. Всем пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.